Эти артисты выступают на сцене не с монологами великих классиков, а с шутками собственного сочинения. Участники региональной лиги КВН «Алтай» недавно вернулись из Сочи. На фестивале «Кивин-2017» они завоевали призовые места. В эти выходные юмористы открывают новый сезон. Будет ли смешным барнаульский КВН, узнала Анастасия Романова. В концертном зале технического университета в этот день не густо. Еще бы. Практически закрытая встреча для избранных или первый тур фестиваля региональной лиги КВН «Алтай». Это и репетиции, и в то же время жесткий отбор. Команды подготовили свои выступления там, до 5 минут и будут демонстрировать их нам, как на фестивале в Сочи. И мы, в свою очередь, будем оценивать, редактировать, что-то убирать для того, чтобы уже вынести на суд зрителей и жюри их выступления. С каждым годом число участников фестиваля стремительно растет. В этот раз заявки только из Барнаула подали 16 команд. И это не считая гостей из соседних регионов. И финалисты прошлого сезона, уже известные в КВН игроки, так и новички в юморе готовятся на равных. Говорят, секрет успеха не только в ежедневных репетициях. Прежде всего, шутка должна быть актуальной, поэтому у нас все шутки, они связаны с актуалом, с политикой. Стараемся как-то быть в теме всех новостей, которые происходят. Наверное, такую тему уже, как, например, шаурма из грильницы, шутить уже не актуально. О чем будут шутить барнаульские КВНщики на открытии сезона, узнаем уже в эту субботу в ДК «Сибэнергомаш». Начало фестиваля в 18 часов. Анастасия Романова, Сергей Седых, новости.